глазах песок и жжение. Оптимак. Смотри на мир легко. В понедельник в Самарской области пасмурно, с прояснениями, пройдет дождь с грозой. 19-21 тепла днем, ночью 13-15, выше 0 ветер, южный 3-5, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, дождь, гроза. В дневное время плюс 20, ночью плюс 13 градусов, юго-восточный 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, небольшой дождь, днем плюс 19, ночью 13, выше 0, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, днем плюс 18, ночью плюс 13 градусов, южный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 88%. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак. Смотри на мир легко». Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.